Русское поле. Как много в этом слове. Замечательная энергетика поля. Замечательная красота. В поле мы, в поле. Энергия, красота. И вот на этой замечательной ноте, красивой, на этом хорошем настроении, я вам желаю в 2000 году быть в хорошем настроении и больше помогать другим людям. Потому что, когда мы помогаем другим людям, у нас всегда возникает чувство удовлетворенности, какое-то чувство радости. А если в нас присутствует это чувство радости, мы всегда заряжаемся энергией, потому что хорошее, оно увеличивает хорошее количество энергии в теле человека, то есть идет приток энергии извне. И если мы негатив испускаем из себя, мы наоборот себя истощаем, энергетика уходит, а позитив, энергетика приходит. Не только хорошая карма, не только хорошую карму мы нарабатываем, когда мы совершаем хорошие поступки, когда мы помогаем другим, когда мы радуем других людей хорошим настроением, но и при этом мы набираем большое количество энергии, нам пространство дает эту энергию. Поэтому дарите людям улыбки, дарите людям радость, помогайте другим людям, и у вас будет все замечательно и хорошо.